Вместе с полицейскими и сотрудниками ЧОПов покой самарцев будут охранять студенты и таксисты. Такую инициативу предложил новый руководитель областного главка. И уже нашлись желающие. На сегодняшнем заседании общественного совета при ГУВД Сергей Солодовников пояснил, что сотрудников ЧОПов проинструктируют, выдадут светоотражающие жилеты и удостоверения. Почти 300 человек будут патрулировать улицы в ночное время. Студентов и водителей такси привлекут в качестве информаторов. По возможности они будут сообщать в дорожную полицию о нетрезвых за рулем. Помочь отладить взаимодействие должны общественники. Общественный совет, несомненно, сейчас мы его выполняем. Сегодня мы приняли еще двух активистов. Должны быть лидеры движений, должны быть руководители крупнейших предприятий. Должно быть сообщество граждан, должна быть часть журналистского сообщества. Но много моментов, на которые граждане должны сами обращать внимание и помогать. Для этого будет усилена работа связи в системе вот онлайн, чтобы сразу подсказывать, говорить о нарушениях.